В Евангелии от Иоанна 11 главе мы можем видеть, как Иисус Христос разговаривает с Марией Марфой. Когда брат Марии Марфы заболел, Иисус сказал, это болезнь не смерти, а к славе Божьей. По идее, Лазарь не должен умереть. Но его состояние ухудшилось, и он умер. Тогда в сердце Марфы и Марии слово Иисуса о том, что это болезнь не смерти, а славы Божией, умерло. Почему? Мария Марфа, они смотрели на положение и смотрели на реальность. Но Господь, Бог, Он совсем по-другому действует. Это полностью отличаются. Мария Марфа говорили о том, что их брат умер. В тот момент, когда они увидели истину, в котором брат умер, Тогда в сердце Марфы и Марии умерло слово Иисуса, которое говорило, что это болезнь их смерти. Иисус хотел, чтобы Марфа и Мария смотрели не на реальность, а смотрели на Слово Иисуса. Мы получили прощение грехов. Когда мы встречаем Иисуса, мы говорим, что мы благодарны Ему. Да, мы живем благодаря Иисуса Христа, говоря о том, что мы готовы отдать свою жизнь Ему. Но когда мы живем, мы видим, что реальность отличается от того, что мы бы хотели. И начинаем думать, что реальность является истиной. Но реальность отличается от слова Бога. Однако, каким же Бог хочет сделать нас? Хотя в реальности их брат умер. Но когда Иисус сказал, что это болезнь не смерти, а славы Божьей, Иисус хотел, чтобы Марфа и Мария поверили, что действительно это болезнь не смерти. Даже если не достигли этого состояния, если вы будете знать истину, мы сможем в нашей жизни получить большую милость и благословение. Знаете, за что я благодарен в моей жизни больше всего? Я много раз видел, как невозможное в моей жизни происходило Богом. Позапрошлой неделе я давал интервью. В Латинской Америке 7500 служителей собралось. Обычно я беседую один час, но собралось 7500 служителей. Хотя все они являются служителями. Но у каждого свой уровень духовного развития. Когда я передавал слово, у меня были разные вопросы. У меня есть примерно 50 минут, чтобы передать слово. Я думал, могу ли я говорить полтора часа? Потом я решил, когда я начинал, ладно, буду передавать слово два с половиной часов, чтобы совершенным образом они могли понять Евангелие. Никто об этом не знал, кроме меня. Что произойдет, если я буду говорить два с половиной часа? Может, кто-то встанет и уйдет могут возникнуть проблемы. Скажут, почему так долго проповедуют? Кто-то может будет зевать. Но из них есть многие, с которыми я больше не увижусь. Поэтому я решил передать слово два с половиной часа. Господь Бог помог мне. Два с половиной часа говорить мне не сложно. Но для слушателей это может быть очень скучно. Может кому-то скучно, кому-то трудно. Может кто-то может встать и уйти. Может кто-то выключит. Но я думал, что из них есть многие, с которыми я больше не увижусь. Я немножко в другой атмосфере начал передавать слово. Вчера во время программы Good News Special я общался с миссионером из Мексико, с пастором Син. Он сказал, что никто из них не встал и не ушел. Все слушали два с половиной часов слова и говорили, что получили спасение. Я был так впечатлен. Так произошло в Латинской Америке. Я планирую также провести и в Африке. В дальнейшем я буду передавать слово два с половиной или даже три часа. Да, это пастор Пак так всегда говорит. Он всегда хорошо говорит. Я слушал его слово. У меня есть надежда, что люди получат спасение. Господь Бог. Он желает, чтобы мы подошли к Нему. Поэтому, если вы ваш стандарт будете ставить стандартом Бога, если вы будете едины с Богом, Господь Бог ведет каждого из вас к себе. Есть те, которые хорошо идут за Богом, а потом отпускают руку Бога. Есть те, которые не доходят, кто-то четыре года ходит с Богом, потом отпускает его руку. Многие люди оставляют руку свою. Что интересно, Авраам, он не все понимал, что говорил Бог. Он следовал за своими мыслями иногда. Но он до конца шел по руководству Бога. В конце концов, когда ему было 140 лет, он должен был найти невестку для своего сына. Он посылает старую слугу и говорит, чтобы он пошел в Месопотамию и нашел невесту. Старый слуга был очень сильно обременен. Конечно, он хочет привести, А вдруг она откажется пойти за ним? Вдруг она подумает, что я обманываю? Даже если кто-то пойдет, а вдруг она не понравится Исаку, или вдруг она не сможет родить ребенка. И все это время начало обременять раба. Ему было обременительно. Поэтому что сказал он Аврааму? Если девица не захочет прийти, нужно ли взять с собой Исака? Если пойти с Исака, то можно выбрать ту, которая ему понравится, тогда не будет никаких проблем. Но Авраам сказал, ни в коем случае не бери с собой Исака. Бог сказал, что будет мое потомство как звезды на небе. Бог точно приготовил невесту для моего сына. Старый раб Авраама. Слушай слов Авраама и следуй за ним. Но у него не было такой веры, как у Авраама. Он просто следовал за словом хозяина. Но когда он пришел, он стал уколоться. Он молился перед Богом. Девицы придут вечером черпать воды. Когда я попрошу воду, он взял с собой 10 верблюдов. Кстати, верблюды пьют очень много воды. Они пьют целое ведро воды. И чтобы напоить 10 верблюдов не просто для девушки. Раб начинает молиться перед Богом. Когда кто-то придет черпать воды, я попрошу у нее воды. Если она скажет, да, пейте, я налью воды также для ваших верблюдов. Тогда я буду верить, что это есть та девица, которую Бог ты приготовил. Пришла Ревека. Ра попросил, дай, пожалуйста, воды. Ревека сказала, вот, пейте. Потом сказала, о, у вас есть 10 верблюдов. Давайте я их тоже напою. Я могу налить воды им». Было так удивительно. И так он привел ее. У старого раба не было веры, но он увидел, как вера Авраама привела эту девушку. Те, которые сегодня слушают это слово, неважно кто вы, вы пришли, чтобы слушать слово Бога. Знаете, как Бог ведет вас? Ваши мысли отличаются от мыслей Бога. Конечно, я не знаю, но если вы верите в Бога, если вы следуете за Словом Богом, даже если вам непонятно, тогда Господь Бог удивительным образом будет действовать у вас. Я не могу словами описать все, что происходит в 2020 году у нас. То деяние, которое происходит в 2020 году, не было до нашего времени. Один миллиард человек слушали Слово. Одновременно 7500 служителей собрались и слушали Слово. Нигде в истории христианства подобного не было. Но ну, во что я верю? Бог желает через нас совершать еще больше. Однако наши мысли не могут достичь мыслей Господа Бога. Бог хочет вести нас в свой мир и действовать через нас. Это, конечно, естественно. Оставьте все ваши мысли. Когда вы веруете и принимаете Слово Господа Бога, вы увидите, как Бог будет действовать. Вы не представляете, как это удивительно. На самом деле я никто. Однако я видел, как Господь Бог жив и действует. Может быть, я не могу сразу взобраться на вершину, но поднимайся понемногу, понемножку поднимаемся, еще поднимаемся, еще поднимаемся, и потом видим, как Бог действует у нас. Многие служители проповедуют в воскресенье. Они проповедуют, открыв Библию. Читают Слово и говорят по Слову. Они говорят Слово. Однако, среди служителей есть те, которые не верят в Слово. Многие служители говорят Слово, не веря в Слово. Если же они испытают веру, Бог, который действует у такого человека, как я, он такой удивительный, они увидят, как Бог будет действовать. Пока я занимался делами Евангелия, у меня было не только хорошее, были те, которые осуждали меня. Жалко, конечно, их. Живу ради Господа Бога, но не знают, что я делаю. Просто говорит обо мне суды и слова. Представляете, как жалко этих людей. Через кого они смогут услышать Слово Бога? Через лжепророков. Сатана так действует у них. И так они впадают в грех. Впадают в грех. Но многие люди даже не знают, по какой дороге они идут. Кто любит их? Тот, который ведет. Для их веры, для них. О чем же я хочу сказать? Лазарь умер, уже смердит. Но Иисус говорит, что Лазарь жив. Однако сестры Лазаря, они говорят, но брат уже умер, он уже смердит, как он может жить? На что мы должны обратить внимание? Здесь написано, Иисус прослезился. Иисус прослезился. Иисус сказал, но из-за того, что они были окунуты в своих мыслях, они продолжают находиться в своих мыслях. Что это значит? И сегодня, если вы находитесь в своих мыслях, если вы не перейдете в мир Слова Господа, Он будет вас корбеть. Его сердце будет разрываться. Он будет плакать. Почему? Разве Иисус не любил Марфу и Марию? Разве у Иисуса не было силы, чтобы исцелить Лазаря? Нет, потому что у них было иное сердце. Многие люди, они получают влияние от своих мыслей. Они не получают влияние от слова Иисуса. Когда появляется проблема, открыв слово, а, слово говорит правду. Но положение же совсем иное. И в такой ситуации Божество следует за положением, а не за Словом. Неважно, в каком месте вы находитесь. Знаете, что Иисус хочет делать у вас? Он хочет перенести ваше сердце в сторону Иисуса. И когда вы будете едины сердцем с Иисусом, тогда вы будете маленькими Иисусами. Иисус будет проявлять одинаковую силу у вас, а также через вас будет совершать свои дела. Когда Иоанна ужалил скорпион, утром мне позвонили. «Ой, пастор, пастор!» Наш представитель, он со слезами звонил мне. Ой, пастор Юан умирает. Я сказал, пожалуйста, успокойся, что случилось? Его ужалил скорпион. Однажды Юан спал. Вдруг ночью. Допустим, 12 часов ночи. Ему показалось, что кто-то уколол его иголки, и он закричал, а, Но никого не было рядом. Он подумал, что это? Он даже лег спать. Утром проснулся. Он сказал, мне кажется, вчера кто-то уколол меня иголкой. Кто-то сказал, может это скорпион? О чем ты говоришь? Какой скорпион? Так прошло время. Примерно три часа дня Вдруг ему стало плохо Он хотел пойти в уборную На пути Это недалеко от уборной Он упал Кал и Мача вышли из него Он перестал дышать Сердце начало останавливаться Лава-центр начал кричать «Юан, Юан, очнись!» Сделали массаж сердца, привезли в больницу, но врач говорит, он уже умер. Его ужалил скорпион. Почему вы только сейчас его привезли? Если вы привезли сразу, еще не факт, что он выживет. Забирайте его. Как бы ни просили, не принимали его. Поехали в другую больницу. В другой больнице его сердце остановилось. Сделал ли искусственный массаж сердца? Хотя сердце начало снова стучаться, но он начал умирать. Не было никакой надежды. Поэтому представитель позвонил мне со слезами. Я услышал об этом. От до Либерии нужно лететь 18 часов. За это время он умрет. Я не могу отправить лекарства. Я не могу отправить врача. Я сказал ему, могу ли я поговорить с Иоанном по телефону? Да, конечно, пастор. Иоанн, возьми телефон, это пастор Пак. Иоанна я знал лично. Он умирает. Он родом из Далласа. Не было никакого пути. Я сказал, Иоанн, ты слышишь меня? Да, пастор. Я сказал ему, тебя ужалил африканский скорпион, ты умираешь. Но в Слове Бога говорится, что ты не умрешь. Иоанн, послушай меня. Сегодня утром я читал Библию. В 40 главе книги Исаии, 31 стихе написано. Послушай внимательно. Надеющийся на Господа обновятся в силе. Надеющийся на Господа обновятся в силе. Шестьдесят 66 книг Библии являются словом Бога все является Словом Бога. Бог ни в коем случае не обманывает. Он никогда не обманывает. Если ты будешь надеяться на Господа, Бог обновит твою силу. Если ты будешь надеяться на Господа Бога, а Он тебе не обновит силу, значит, Бог обманщик. Иоанн, если ты будешь надеяться на Господа, Он обязательно тебе даст новую силу. Он даст новую силу. Сестра Ким Юнок, она выздоровела, услышав слово мое. Есть другой пациент. На днях мы общались с нею по телефону. Сегодня утром я также передавал слово, а сестра Ким Юнок переводила мне. Юан находился перед смертью. Его сердцебиение уже один раз останавливалось. Он поверил в Слово Бога. Иоанн. Бог никогда не обманывает. Если ты будешь надеяться на Бога, как Бог обещал, Он тебе даст новую силу. Тогда ты сможешь победить яд Скорпиона. Вот в чем удивительность Библии. Неважно, кем вы являетесь, если вы поверите в Слово, Бог войдет в ваше сердце. Сила Бога явится в вас. Я много раз встречал невозможное для человека каждый раз я верил в обещание. Поэтому Иоанну я мог также говорить с уверенностью. Я, конечно, не могу все рассказать в подробностях, но Иоанн в тот день выжил. Произошло чудо. Господь Бог не хочет действовать только у Иоанна. Он хочет действовать также и у вас, которые слушают сегодня Слово. Оставьте все ваши мысли. Веруйте в Слово Господа Бога в вашем сердце. Если вы поверите в Слово Бога, послушайте, пожалуйста. Человек, который болел 38 лет, он разве встречался с Иисусом несколько раз? Он разве общался с Ним несколько раз? Разве он до этого слышал Слово Иисуса? Нет. Иисус сказал одно слово, «Встань, возьми посредство и ходи». И Он принял это слово. Тогда Он смог встать и ходить. Потому что это Слово Бога. Если мы верим в Слово Бога, Бог будет действовать. Сатана дает многие мысли. Нам кажется, у этого не получится, и то не получится, это сложно. Знаете, почему служители обманываются дьяволом? Они думают, у меня нет веры. Мне кажется, у меня все плохо. Нет веры. Очень хорошие слова. Позвольте, я скажу по-другому эти слова. Нет веры. Я голодный. У меня нет денег. Я низкий рост там. Те, которые низкие ростом, они говорят так? Надо подняться по лестнице тогда. Правильно. Захей поднялся на дерево и все увидел. Так поступил Захей, верно? Поднялся на дерево и стрелялся с Иисусом. Если нет веры, надо поверить. Понимаете это? Мои мысли отличаются от слова Иисуса. Что бы ни произошло, это слово Бога. Нужно оставить мои мысли и поверить в слово. Вот что такое вера. Когда у нас будет вера, Бог своей силой будет действовать. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, у меня в жизни было много проблем. С детства, начиная с гражданской войны в Корее, я испытал многие сложности. Часто голодал, часто пренебрегаем был, плохо относились ко мне и сомневались во мне. Часто было подобное. Поэтому... Я мог надеяться только на Иисуса. Поэтому я верил в слово Библии. Хотя слово отличалось от положения. Но положение является ошибочным, а не слово. Я видел, как Бог действует по слову. Иисус хотел спасти Лазаря. Чего же хотел Иисус? Он хотел, чтобы Мария и Марфа поверили, что Иисус может воскресить Лазаря. Когда будет у них вера, что произойдет? Бог явит свою силу и будет действовать. Долгие люди обманываются дьяволом, который умнее нас тысячи, десятки тысяч раз. Тот, кто не обманывается, это тот, который верит в Иисуса Христа. Пока я шел следуя за Словом, мне казалось, это возможно? Трудно было поверить. Представляете, я проповедовал два с половиной часов и 7500 человек слушали мое слово. Во время семинара участвовало 200 миллионов человек. Как такое может быть? Я давал интервью многим СМИ. Они спросили, как вы посчитали 1 миллиард человек? Мы транслировали проповедь через 276 телестанций. И общее число слушателей 1 миллиард человек. Представители СМИ говорили, в связи с пандемией коронавируса было очень много зрителей. Сердце людей были заинтересованы словом. Есть телестанция Хеджи в Бразил. Они удивились. Кто же такой пастор Супак? Кто же он? Почему же люди заинтересованы его словом? Настолько, что чуть не зависла система. Даже мне трудно в это поверить, но Бог действует. И у вас Бог желает работать начиная с маленьких проблем, нечеловеческим способом. Попробуйте следовать за Словом Господа Бога. Есть служители, которых Бог удивительным образом использует. И также есть служители, которые передают вроде бы Евангелие. Но я вижу, этот брат не может заниматься делами Евангелия. Есть люди, которые не верят в Бога. Мое сердце разрывается. Я говорю им. Но они продолжают следовать за своими мыслями. Что важно в наших мыслях? Слово Бога важное. Иисус всегда разрушает наши мысли. Он не говорит нам идти. Когда человеку, который болел 38 лет, сказал стать, он не мог ходить. Но человек, который болел 38 лет, правда в том, что он не может ходить. Хотя он не может ходить. Но когда он разрушил свои мысли, и когда он принял в сердце Слово Иисуса, сила Бога начала действовать в нем. У всех, кто слушает это слово, я желаю, чтобы Бог действовал. Бог хочет, чтобы вы были по Божьему. Неважно, вы высокие или низкие. Неважно, вы толстые или худые. Неважно, вы красивые или нет. Неважно, какие вы. Если вы соедините ваше сердце с Иисусом, у каждого из вас будет действовать Бог. Один раз, два раза я видел, как наш любимый Господь действует у такого, как я. У такого некрасивого. За что я был благодарен. Когда Бог искал людей, он не смотрит совсем на рост. Если бы смотрел, конечно, мне было бы плохо. Он не смотрит, насколько мы хорошие или плохие. Он не смотрит, мы добрые или злые. На что он смотрит? Он смотрит, верим ли мы Его Слово или нет. Почему? Потому что Господь он может делать то, что находится вне наших мыслей. Наш Господь. Даже Лазарь, который смерзит, мог сразу воскресить. Но нам это непонятно. Поэтому с нашими мыслями мы не можем идти с Ним. Он всемогущий Бог. Тот, Который сотворил небо и землю. Тот, Который спланировал планету у Него есть премудрость, которого мы даже представить себе не можем. Если вы примите Его сердце в ваше сердце, сила, которая действует в нем, будет действовать и через вас. Тогда ваша жизнь удивительным образом изменится. Иисус Христос будет являться в вас. Он будет действовать в вас. Однажды в доме Нейманова была девочка. Дьявол с раннего утра говорит девочке, «Ты разве веришь в Бога? Бог тебя оставил». Если был бы Бог, почему ты находишься в плену? Тем более в доме военачальника врага. Он прокаженный. Ты тоже можешь заразиться проказом. Ты не вернешься больше на родину. Разным способом. Дьявол говорил этой девочке. Если бы она слушала голоса дьявола, девочка находилась бы в отчаянии. Она бы скучала по дому, тосковала бы, не могла бы спать. Вот что бы произошло бы с ней. Но что удивительно, действует не только дьявол. У нее действовал и Бог. Какое сердце ожидал Бог? А, наш хозяин, Нейман, он прокаженный. Если он встретится с пророком или с тем, который в Самаре, он исцелит его. Вот такое сердце Бог дал ей. Затем появилась другая мысль. А -а -а. Вот как! А -а -а. То, что я нахожусь в плену, это было волей Бога. А -а -а -а. Ведь он мог сделать, чтобы я не оказался в плену. А -а -а. Я ведь его дочь. А, -а, -а. А, -а, а, Бог хотел, чтобы Нейман получил спасение. Если Нейман пойдет в Самарию, получит спасение и исцелится от болезни. Как это будет удивительно! Как он будет благодарить! Иное сердце формируется у этой девочки. Если Нейман исцелится от проказа, переживания уйдут из этого дома. Дом наполнится радостью. Все будут верить в Бога. Если военачальник получит спасение, вся семья получит спасение. Потом в армии будут давать повышение только тем, которые получат спасение. Эта девочка все больше и больше могла размышлять о разном. Всегда дьявол дает только мысли о отчаянии, о страхе. Когда мы принимаем сердце, которое дает нам Бог, Надежда появляется в нас. Ой, в этом доме будет покой. Этот дом наполнится пением. Они будут благодарить Бога. В одинаковой ситуации голос сатаны и голос Бога полностью отличаются. Эта девочка по-человечески она может думать, а вдруг Нейман исцелится? Тогда я погибну. Но такого не может быть. То, что я оказалась в плену, это было для того, чтобы Нейман исцелился от проказы. Когда он здоровым придет домой, как будет радоваться? И разные души борются в ней. Господь Бог, для того, чтобы дать ей благословение, позволил ей оказаться в плену, чтобы дать благословение. Бог сделал, чтобы Иосиф оказался в рабстве, чтобы он оказался в темнице. Потом он спас всех египтян. Спас свою семью. Вот что он сделал. Также для этого Бог сделал, чтобы стеколак был сожжен, чтобы дети и жены были в плену, Через это Давид стал царем. Почему? Потому что сатана и Бог, они действуют одновременно. Дух Святой действует сегодня и у вас. Так же и дьявол будет действовать. Дьявол говорит: живи, как ты жил до сих пор. Живи, как ты жил. Ну, все нормально. Конечно, Слово Бога правильно, но это невозможно. Как Лазарь может ожить? Такого не может быть. Совершенно верно. Лазарь умер, он уже смерзит, поэтому невозможно его воскресить. Однако, если будет делать Иисус, все получится. Вот во что мы веруем. Иисус, в Которого мы веруем, он может всех вас сделать в сто раз, тысячу раз, десятка тысяч раз больше сделать славными, дать благословений, сделать благословенными. Не верится в это? Как один миллиард человек? Я всегда размышляю. Люди называют меня еретиком, но из них ни один из них не знает обо мне хорошо. Не зная обо мне, говорят, что якобы они не знают. Это особенность корейцев, наверное. Я говорю. Я единственный, которого доказали, что не виновен в Корее, среди всех пасторов, которых судили. Они говорят, что вот, церковь плохая. Но когда мне доказали, что я не виновен, сказали, что я заплатил суде. Я задал им вопрос. Кто видел, что я давал деньги суде? Разве это возможно? Кто видел? Разве я при всех дал суде деньги? Откуда они узнали, я спрашиваю. Не может такого даже быть. Но они продолжают верить в это. Поэтому... Они живут не по слову Бога. Лазар умер. Когда Мария и Марфа смотрят, казалось невозможно. Совершенно верно. Когда мы смотрим без Иисуса, невозможно. Но если будет Иисус, все возможно. Дорогие слушатели, если сегодня утром вы оставите все ваши мысли и поверите в Слово Иисуса. Иисус будет действовать в вас. Вы получите такую же силу, что было у Иисуса. Я много раз испытывал это. В 1999 году я чуть не умер из-за сердца. Лучший специалист Америки по сердцу сказал, что я не смогу долго прожить. Когда у меня были серьезные проблемы сердца, В городе Тэджон мы строили молитвенный дом. Я не мог смотреть на рабочих, которые работали на крыше, потому что сердце началось быстро биться. Я думал, сколько я смогу прожить? Но Господь Бог чудом спас меня. С того дня мое сердце стало очень здоровым. В 87-м году у меня были проблемы с желудком, что я похудел на 7 килограммов. Я чуть ли не погиб. Но когда у меня появилась вера в Бога, Бог исцелил меня полностью. Ровно за 24 часа. Позавчера. После собрания я поехал домой. Знаете, я очень люблю есть, и поэтому поел хуруму. Вчера впервые у меня болел желудок, но сегодня утром я уже проснулся здоровым. С 1987 -го года у меня был крепкий желудок. Что бы я ни встретил, Иисус разрешал все. Дорогие братья и сестры, где вы сейчас находитесь? Если вы закроете ваши глаза и будете смотреть глазами Иисуса на этот мир, когда у вас будут мысли, как Иисуса Христа, Ваше сердце станет единым сердцем Иисуса. Когда сердце Иисуса войдет в ваше сердце, когда везде есть беспокойство, у вас будет же покой. И у вас будет мудрость, которая может решить любую проблему. И у вас будет вера, которая сможет омыть любой грех. Дьявол искушает нас. Говорит, якобы глупо верить в Бога. Девочка в доме Неймановой. Она думала, почему же со мной произошло это, хотя я верила в Бога. Но потом она узнала волю Бога. Бог послал, чтобы спасти Неймана. Бог имеет план спасения Имана. Я должна сказать, с того дня у нее была вера. А вдруг наш генерал пойдет в Самарию не исцелиться? Нет, быть такого не может. Потому что тогда Бог бы не послал бы изначально меня в это место. Он приедет здоровым. Поэтому... Девочка сказала жене Неймановой, «Будет хорошо, если хозяин станет перед пророком». Пророк исцелит. Она могла сказать об этом с уверенностью и говорила с верою. «Как ты можешь быть такой уверенной?» Когда-нибудь Елисей исцелял прокаженных? Нет. Да как ты можешь быть такой уверенной? Пророк Елисей воскресил даже мертвого. Для него проказа не проблема. Если я не верю в это, если Неман пойдет и придется с болезнью, тогда вы же будете меня мучить. Я точно буду страдать. Но это было планом Божьим. В вашем сердце действует и сатана, также действует и Слово Бога. И часто появляется путаница. Большинство людей, поскольку идти за Словом обременительно, а следовать за дьяволом тоже не хочется, поэтому идут посередине. Многие люди ведут формальную духовную жизнь, в которой Бог не может действовать от чего Богу более всего обидно. Попробуйте поверить в Бога. Допустим, когда у вас появляется болезнь, когда вам тяжело. Есть разные способы. Попробуйте уповать на Бога. Бог обязательно будет действовать. Сатана говорит, ой, ты погибнешь, такого не может быть. Когда вы поверили в Бога, нет человека, которого не получится. Неважно, какое у вас было прошлое. Неважно, что у вас было. Поверьте в Бога. Когда Бог будет жить в вас и будет действовать, Вы не представляете, насколько это удивительно. Поэтому девочка с верою сказала Нейману. И Нейман вернулся здоровым. Дом изменился. Страна изменилась. Армия изменилась. Когда мы думаем об этом, это удивительно. Дьявол держит этот мир. Но через нас Бог хочет создать свой мир. Вам особенного не нужно делать. Бог будет действовать. Вы же должны просто поверить в Слово Бога. Хотя нам кажется, что невозможно. Лазар умер и уже смертит, поэтому кажется, что невозможно его воскресить. Но когда Бог действует, то Бог может сделать намного больше этого. Сегодня утром Бог хочет действовать у вас. Иисус — это всемогущий Бог. Он может сделать любое дело о вас. Не нужно верить после того, как вы испытаете. Верить в Иисуса. Это верить в Слово Его. Тогда вы увидите, как Бог будет действовать. Когда я был в Кимчоне, у меня не было денег. У меня было всего лишь 3500 вон. А в то время, чтобы снять дом, нужно было 70 тысяч вон. Это было после того, как я закончил службу. Поэтому я не знал, какие цены. Я не знал, что мне делать. Но я верил, что Бог даст мне дом. Случайно, в автобусе. Я встретил иностранного миссионера. Я спросил, откуда вы? Из Англии. Я спросил, а куда вы едете? Он говорит, я путешествую. А что за путешествие? Путешествие по вере? Он сказал, нет, просто путешествие. Я разгневался. Я сказал, как это миссионер не проповедует, а просто путешествует? И в автобусе я начал кричать на него. Я сказал, возвращайтесь в свою страну. В городе Хоктян я вышел для того, чтобы пересесть в автобус, который едет до Ахуктунга. Синер подошел ко мне. Он сказал: "Могу ли я переночевать у вас?". Я сказал: "Я живу в Акуктунге, и он поехал со мной. Но я допустил ошибку. Я не нарушно. У нас тогда не было колодца и канализации. Поэтому мы пили воду из ручья. Мне от этой воды не было никаких проблем. У него же от этой воды началась диарея. Я так чувствовал большую вину. Прошло четыре дня. Он выздоровел. И сказал, я поеду. Я сказал, извините, пожалуйста, меня. И он сказал мне, мистер Пак, я хочу пожить с вами один год. Я никогда не видел людей, которые жили бы как вы. Я хочу научиться вашему жизни. Я улыбнулся. Я сказал, чему здесь можно учиться? Он сказал, нет, у вас. Я встречал многих миссионеров, служителей, но никогда не видел, чтобы люди жили как вы. Пожалуйста, позвольте один год пожить с вами. Я сказал ему, вы получаете деньги за миссионерскую деятельность? Он сказал, да. Я сказал, мне же никто не помогает. Я живу, уповая на Бога. Поэтому часто я голодаю. Когда я буду голодать, у вас же будет много хлеба, денег. Тогда вы дадите мне хлеб ваш. Тогда я начну уповать на вас. Этого мне не хотелось бы. Тогда он спросил, как мне быть. Я сказал: вы не давайте ваши деньги мне, не давайте хлеб. И я не буду вам давать хлеба, не буду давать денег. Мы договорились. Тогда. Он привез с собой 500 тысяч вонов и сказал, давайте будем искать дом. Я поверил, что эти деньги дал Бог мне. Подобным образом Бог всю мою жизнь действовал в моей жизни. Это было очень удивительно. И Бог открывал путь, чтобы я мог работать. В этот раз в Америке мы начали теологический институт. В будущем мы думаем, где-то будут учиться 10 тысяч студентов. За несколько дней зарегистрировалось уже 1300 человек. Во многих странах служители хотят учиться у нас. Это то, что мы не могли представить. Ежегодно мы хотим выпускать по 10 тысяч студентов. Тем, чтобы служители научились этой вере, этому Евангелию, который мы распространяем по всему миру. Я жил такой жизнью когда я жил в подолге, я жил на втором этаже. Я много ругался с пасторами, у которых была большая церковь. Я думал, что всю жизнь меня будут называть еретиком, и у меня будет всего лишь 10-20 братьев-сестер. Но Бог открыл удивительный путь передо мною. Не человеческим способом, а способом Божьим. Скажите, вы уже пожилые? Бог желает в вас действовать. Прежде чем вы состаритесь полностью, вы бедные. Бог желает действовать в вас. У вас нет силы. Вы плотские. Бог желает действовать в вас. С сегодняшнего дня оставьте ваши мысли. Не нужно верить, потому что вы согласны с каким-то словом. Веруйте просто, потому что это говорит Бог. Он не обманывает. Он совершает свое слово. Тогда через вас Бог будет драгоценным образом действовать. Бог искренне желает, чтобы вы оставили ваши планы. чтобы вы оставшуюся вашу жизнь отдали Богу. Следуйте по Его руководству. Когда вы защищаете себя, это бессмысленно. Иисус будет охранять вас. Лазар ожил и вышел. Иисус сказал, отнимите камень. Господи, уже смертит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус сказал, Не сказал ли я тебе, что если веруешь, увидишь славу Божию? Тогда Марфа и Мария впервые поверили. У них и стало единое сердце с Иисусом. Они отняли камень. Лазар, выйди вон. И Мария, и Марфа все изумились. Их мертвый брат вышел. Иисус сказал, развяжите его. В вашей жизни Бог, как действовал у Марфа и Марии, Он и у вас хочет совершать чудеса. Давайте будем верить в такого Бога. Аминь. Будем верить в Иисуса. Давайте станем людьми Иисуса. Спасибо.